Уважаемые, дорогие соотечественники, уважаемые посетители портала «Славия», разрешите мне от имени Генерального консульства Российской Федерации в Нарве горячо и сердечно поздравить вас с наступающим новым 2014 годом и рождественскими праздниками. Позвольте горячо и сердечно пожелать вам счастья, здоровья, мира, добра, процветания, взаимопонимания между нашими братскими странами и народами, основанное на доброй воле народов наших стран. Есть такой тезис. Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Я желаю, чтобы все ваши сокровенные желания и мечты исполнились в новогоднюю ночь. Мира, добра, веры, надежды, любви. В новом 2014 году. С Новым годом!